Всем привет, вы на канале Missy Catch, меня зовут Александр, и это мой 39-й день изучения английского языка. Начнем. Начать. Закажите еду и напитки. A table and a menu, please. Столик и меню, пожалуйста. Столик и меню, пожалуйста. A menu and a table, please. Меню и столик, пожалуйста. Then. Are you together? Вы вместе? Вы вместе? Together. Меню. Menu. Are you a server? Вы официант? Сервер. Вы вместе? Are you together? Is she a server? Она официант? Is she a server? Официант, сервер. Сервер. Is this our table? Это наш столик? Is this our table? Is our server from Russia? Наш официант из России? Is our server from Russia? Excuse me, are you our server? Извините, вы наш официант? Excuse me, are you our server? Так, далее. Извините, вы вместе? Excuse me, are you together? Как оно пишется? Не помню. Together. Посмотрим. Нет, через O. Через O. Together. Как бы запомнить. Together. Через O. Excuse me, are you together? Через O. Извините, вы наша официантка? Excuse me. Excuse me. Вы наша официантка? Is she our server? Так. Excuse me, is she our server? Почему А? Are you? Если she is. Извините, она наша официантка? Или как это работает? Ты наша официантка. Вот так, наверное. Извините, ты наша официантка? Она наша. Ну, блин, это странно. Почему А стоит? О, давай теорию, во. Ну, блин, а где это you? Тут нет подлежащего you. Где там было you? Там было she. Когда подлежащее you, используйте форму А. Подлежащее предложение, лицо или объект, выполняющее действие глагола. Например, я в предложении «я бросил мяч». Подлежащее предложение, лицо или объект, выполняющее действие глагола. Ну, то есть, есть подлежащее, оно что-то делает. Ну, понятно, и что? Но там же было «щи» подлежащее.
а нужно «а» написать. Как это понять? Когда подлежащее «you» используете форму «а». Ну, это понятно, что «а». Ну, что «а»? Непонятно мне. Как-то неплохо объясняют. Menu. А, тут же вот так это. A menu. A menu and a table. A menu and a table, please. Непонятно мне. A menu and a table, please. Так, извините. Ну тут понятно, что вы наша официантка. Тут-то понятно. Ну там же было «она наша официантка». Там же «щи» стояло. Там же ж не было «вы». Алло, вы меня путаете. Тут-то понятно, что «а», потому что «вы» стоит. «А ю». Но там-то было «щи». «Она наша официантка». Я и поставил «ис» впереди. Что-то вы меня путаете. Excuse me. Вы наша официантка? Ну тут понятно, что «а». Тут и дураку понятно. Are you... Excuse me, are you... Так, our... Our server? Ох и вы хитрющие. Тут-то понятно, что «are you our server?» Excuse me, are you our server? Работа над ошибками. Дурака из меня делаете. Далее. Что там? Оп. Поднялся. Ладно, далее. Далее. Я бы хотел пиццу. Я бы хотел пиццу. I would like a pizza. А где ту пицца? Это гамбургер? Hamburgers. Is this a hamburger? Стакан пива, пожалуйста. Стакан пива, пожалуйста. Wine, вино. Wine. I would like a glass of water, please. Я бы хотел стакан воды, пожалуйста. Water. Я бы хотел стакан воды, пожалуйста. Далее. Pass. Pass. Что это? Пароль? Пэс? Пицца. Это мы можем ввести. Это мы можем. Пицца. Это гамбургер. Is this a hamburger? Hamburger. 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 Is this a hamburger? This is not a pizza. Это не пицца. Это гамбургер. This is not a pizza. I would like a glass of water. Я бы хотел стакан воды. Please. Да? Не? Повторите, пожалуйста. I would like a glass of water. Ладно. Water. Вода. Water. Water. I would like a hamburger and a glass of water, please. Я бы хотел гамбургер и стакан воды, пожалуйста. Но почему вода? A glass of soda, please. Было бы лучше. I would like a hamburger. 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 Girl. Я бы хотел гамбургер и стакан воды. Это пицца? Так, пицца. Ха, что вы мне уже написали уже? Весь этот самый. Is this a pizza? Это пицца. Пицца, типа кто что, да? Пицца. Это пицца. А почему is? Почему is? Типа она пицца, так типа she
Типа, кто что? Она. Она пицца. Вот так это работает, да? Потому и стоит. Ладно, is this a pizza? Pizza. Так, стакан воды, пожалуйста. Glass of water, please. A glass of water, please. Я бы хотел гамбургер. I would. I would like a hamburger. Hamburger. I would like a hamburger. Так, оп, еще поднялся на одну позицию. Далее. Two hamburgers and one coffee. Two hamburgers and one coffee. Two pizzas. Сам такой. Two pizzas. Две пиццы. Over. 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 Через. Over. I would like one soda and two hamburgers. Вот так правильно. I would like one soda and two hamburgers. Одну газировку, пожалуйста. One soda, please. One soda, please. Bees. Bees. Что такое bees? Bees. One soda and one coffee, please. В смысле? Зачем тебе и газировка, и кофе? Непонятно. Одну соду, одну газировку и один кофе, пожалуйста. Одну газировку, на секундочку. И один кофе, пожалуйста. I would like two pizzas. Опять two pizzas. I would like two pizzas. Два гамбургера и один кофе. Two hamburgers and one coffee. Наши две пиццы. Our two pizzas. Two pizzas. Я хотела бы две пиццы и два гамбургера. I would like two pizzas. Pizzas. В смысле? А, там уже есть pizzas. I would like two pizzas and two hamburger. Газировка, сода. Yes, I would like two hamburgers and a glass of pizza. Да, я бы хотела два гамбургера и стакан пива. Так. Hamburgers. Hamburgers and a glass of beer. Так. Одна газировка и две пиццы. One soda and two pizzas. Two pizzas. Two pizzas. One soda and two pizzas. Я бы хотела две пиццы. I would like two pizzas. I would like two pizzas. I would like two pizzas. Идеальный урок. Да ты шо. Оп. Оп. Мы получили два лингота и что-то еще. На одну позицию еще поднялся. И много там еще у них. Я Ник Ментуа. Впереди Ника. Никака. Оля. 133. Ну давай еще пройдем. Во, не, мы сейчас сделаем, прокачаем-ка мы навык. Так, тут прокачано, а вот тут не прокачано. Прокачать навык, начали. Погнали. Так, how much не успел прочитать. Моя мама и моя сестра. Так,
Это старые слова. My mom and my sister. Sister. My mom and my sister. Да, это моя сестра. Yes. This is my sister. This is my sister. ТЧК. Это не моя мама. Это не моя сестра. Это моя мама. This is not. This is not my sister. My sister. This is my mom. This is my mom. This is not my sister. This is my mom. Я работаю в Америке. I work. Какой вир? Ты что-то пишешь? I work in America. I work in America. Ты любишь хип-хоп? Ты — это you. Подожди. Ну да. Не, тут друг, тут do you like. Do you like. Другая форма. Do you like. Do you like hip-hop? Hip-hop. Hop. Do you like hip-hop? Да, я люблю хоккей. В смысле хоккей. Вас за хип-хоп спрашивали, а не за хоккей. Yes. I like. Ну, не так. I like hockey. Yes, I like hockey. Ты любишь баскетбол? Do you like? Do you like? Do you like basketball? Basket. Basketball. Так разве? Две A было. Basketball. Ой, do you like basketball? Точно. София, ты, София любит играть в хоккей. София, хоккеистка у нас. Ничего себе. София любит играть в хоккей. София likes. Likes to play. Кажется так, to play. Хаки. To play хаки. София likes to play хаки. София любит играть в хоккей. Ну, по идее, так. Так, далее. Мама, ты любишь хип-хоп? Мам. Do you like hip-hop? Do you like hip-hop? Hip-hop. Мам, do you like hip-hop? Я очень люблю баскетбол. I really. I really like. I really like basketball. Basketball. I really like basketball. Да, конечно, я люблю играть в футбол. Как будто была ирония. Да, конечно. Ну да, люблю я играть в футбол. На диване. Yes. Yes. Of course. Yes, of course. Yes, of course. I like. I like to play. I like to play soccer. Yes,
Yes, of course, I like to play soccer. О нет, это не мой кошелек. Так какая разница? Забирай. Забирай и беги. О, no. О, no. This is not my wallet. Так. О, no, this is not my wallet. Я живу в России, но моя сестра живет в Америке. I live in... I live in Russia. But... I live in Russia, but... My sister... Lives in America. I live in Russia, but my sister lives in America. Я живу в России, но моя семья живет в Америке. Так, семья. Семья это family. I live in Russia. I live in Russia, but my family lives in America. Так, I live in Russia, but my family lives in America. Да, это мой кошелек. Не ври. This is not your wallet. Yes. This is my wallet. This is my wallet. Yes, this is my wallet. Я работаю в России, но Света работает в Америке. I work in Russia, but Sveta works. Какой works? Works in America. I work in Russia, but Sveta works in America. Ты любишь играть в шахматы? Do you like to play chess? Do you like to play chess? Chess, 2S. Do you like to play chess? Без ошибок. 40 опыта, далее. А ну, в другой раз. Обзор лиги на 6-й поднялся. Оля, обогнали. Если я сейчас пройду еще... Будет плюс 40, 180. И завтра. Сандер Пенни. 39 дней. Ладно. На сегодня все.